Арти-25 представляет. Ну что, дамы и господа, бой на три отметки или... или нет? Прикиньте, не хватило буквально 0,3 в том бою. Но я там почти выжил максимум. Единственное, зафейлил там с первыми какими-то отстрелами. Лика, привет. Так, у меня полная пересводка. С максимальным сведением. А куда ты уехал? У нас есть ЛТ на центре, я ладно, пока не спешу. Давай, Чафик, покажись здесь. Покажись. Они у камушков любят выходить. Блин, Прохоровка, засветов вообще нету. Неприкольно. Ну, хз, на горку пересводиться. Ну, давай, потому что прострелов целей вообще нету. Попробуем прям так. Не буду перекатываться. У них бишоп, который чисто физически меня не достанет. Но у них есть 122-я, которая может попытаться. Но опять же, попадет ли она с такой точностью? По трассеру, тем более, хз. Поэтому тратить время на перекатки сейчас вообще не хочу. Можно побландить. Но, блин, это Прохоровка, у меня снаряды ограничены. Бой может затянуться и потом не аукнется в конце боя. Я забландил слишком много, потратил снарядов. Ждем-с. У норм артовода и такая кривая палка стреляет. Раз в год. Не-не, я жду за светом. Я не такая. Я жду трамвая. Ты будешь пушить? Или ты не будешь пушить? Ну я кинул типа нахуй. А, он назад поехал. Оглушение. Вы видели? Он снял оглушение за долю секунду. Да, даже цифра, там типа проскочила цифра, но это вообще незаметно было. Охренеть, это что за хрень? Это типа реальные такие чьи-то моды? Или меня проглючило? Возможно, вы в повторе там, ну, посмотрите, но мне казалось, что прям вот, ну, доли секунды и все, и оглушение снято. Вот это хрень. А, ты еще и вперед поехал. А сюда углов не было. Что-то я тут раскричался. Лови. Раскричался, раскричался. Как дед старый. Но это реально читерный мод. Ни у кого, я вот прям уверен, ни у кого не хватит реакции, чтобы вот так вот на пробел нажать. И типа снять. Возможно, знаете... можно это спихнуть на какое-то совпадение, что чувак просто нажал на пробел в момент как раз моего попадания, и вот эти вот доли секунды были, то что он сразу снял его, мой стан. И все, а так, блин, хз. Слишком быстро. Так, что-то мы забиваемся как-то в уголок. Не нравится мне это. Ну, этот вкусник. Так, теперь я точно в кустике. Я говорю, даже на пробел так невозможно заюзать. Это слишком быстро. Это слишком быстро.
Единственное, что, может быть, у меня какой-то рассинхрон был. Блин, Прохоровка классная карта. Апнуть здесь 1% легче легкого. Но никто не светится вообще. Какие-то одиночные цели в прицеле. И все. Что это такое? КВ-2? Читер. Гребаный читер. Где сейчас твои моды? Ну-ка, покажи мне свои моды. Да, какой-то рассинхрон опять был. Сначала выскочил урон, а потом снаряд залетел. Не знаю, что творится в последнее время. Это проблема игры или все-таки моя? Моего интернета? Понятия не имею. Но стрим вроде у нас не лагает. ЛТ у вас днище. Можешь зайти в бой и написать им. Я думаю, они будут рады это послушать. Что я сделаю, что они днище? А кто не днище тут? ,28 всего лишь. Брейн, блин, капец, ты что? Ты сегодня еще залетел. Спасибо большое. Здравствуйте. Дашь добрый вечер. Три отметки. Точка. И пламенный привет Ольге Александровне. Равно. Спасибо большущее. Ольге Александровне, конечно же, большой привет. И большое уважение. А, тебе тоже большое спасибо. Три отметки дам, если будут засветы какие-то. Сейчас постараюсь. Спасибо большое. У меня не было углов. А он не поехал. Короче, я думал, что он будет сейчас уезжать. Мне пришлось кинуть без полного сведения. За счет этого я не попал. А он еще сдал назад. Но я не знал. Так, мне нужно самому назад сдать. Короче, три отметки взять легко. Мне 0,5% надо всего лишь. 0,5%. Это буквально какие-то три попадания. И все. Че, дайте чатик, я соберусь тогда. Надо попробовать подтащить. Там кто-то попал по нему, что ли? Не хочу терять сейчас момент взять это. Ни хрена ему дали. Взятие трех отметок, потому что это Прохоровка. И тут просто надо. 20 стана заработал. Ну это меня, походу, не особо-то и приблизило. К 95. Это хорошо. Жалко, елку убили. Вот эту. Она могла бы просто стоять светить, она вроде перестреливалась. Блин, сейчас они будут очень быстро вкатывать в упор к нам, и мы ничего не сделаем. Надо сюда смотреть. Они сейчас тут поедут. Видели, вон там дерево свалилось, прям вон там далеко. Далеко, далеко. Сам в шоке. Дерево упало. Уже ближе. Вот здесь. Сюда КВ-2. Постану. Ну, киньте постану. Ну, хорошо. Последний выстрел. А, у меня 95. А чё так просто? Ну, я еще сейчас даже дам. Контрольную, так сказать. Все.
Готово. Но это слишком быстро, да. 6 боев, народ, 6 боев. За сегодня. То есть я апнул 5% за 6 боев. Представляете? Тихо, не балуй. Ай. Ну, невероятно плохой бой за... на 3 отметки. За на... Ах. Лучше бы на предыдущий был бы на 3 отметки, где я взял мастера. Да, сегодня было просто. Ну, оно и хорошо, наверное. Есть 3 штучки. Вот такие вот пироги. Это было просто. С одной стороны, Ромка, спасибо большое. Короче, один. Короче, раз. Короче, один. Ромка, спасибо большое за пятерочку. За первую пятерочку, скажем так, пока, да? Просто кто не в курсе, Ромчик у нас, который только что задонатил, инициатор данного челленджа. Так сказать, спонсор данных стримов по отметке на СУ-122. Поэтому спасибо, Ромчик, тебе большое. От души. От души номер два. Я вас понял. Короче, два. Ромка, спасибо тебе еще раз. Ой, это было слишком... Опять же, повторюсь, сегодня это было слишком просто. Но, когда были стримы у нас и первый, и второй, вот эти вот, по отметкам, когда они проходили вообще там, мат-перемат был, это было очень жестко, это было очень сложно. Ромка, спасибо. Короче, три. Короче, три. Спасибо. Три это, кстати, заключающие. Ромочек, спасибо тебе большое за челлендж, за награду, вообще за все на свете, просто за то, что ты есть. Спасибо большое, это... Ух, это было круто.